Здравствуйте на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о новогодней рулетке от биржи Binance. Вот такой вот пост, то, что мы можем даже выиграть iPhone 14. Точнее, iPhone 14 Pro. И сейчас мы переходим по ссылке вот в описании. И здесь дается 5 способов, скажем так, прокрутить рулетку, как видим. И вот здесь, если выпадет, будет iPhone 14 Pro Max. Или же, ну, как всегда, как обычно выпадает, спасибо. Ну, мы уже выпадало нам и 0,5 доллара, и 1, и было выпадало как-то 15, но в основном 0,5 выпадает. Что нужно сделать? Первое задание — это пригласить товарища, чтобы он прошел верификацию на бирже Binance. Потом купить 20 USDT через P2P, 50 спотовых торговых парах сделать оборот маржинальных на 100, и, естественно, сделать одну сделку с любым NFT на Marketplace Binance NFT. Сумма каждой транзакции должна быть не менее 50 BUSD. Ну, то есть там купил-продал BUSD NFT-шку и, естественно, тоже получил. Тоже нажимаете, например, вот нажать, точнее начать. Ребята, прошу сюда поставить лайк, подписаться на канал. Свету очень мало, поэтому ролики стараюсь хоть какие-то выпускать, более-менее толковые. Так что, ребят, очень-очень прошу, так как вы самое крутое комьюнити, которое можно себе мечтать. Итак, переходим мы по ссылке в описании. Я закинул сюда 2000 гривен моей стороны фиат. И сейчас мы купим USDT. Итак, выбираем сейчас ЮА. Напишем и смотрим, вот есть 40.04, видим, у меня 1992 гривны, 8 гривен взяло на комиссию. Итак, показывается, что мы можем купить вот 49 USDT, покупаем, все, сразу же зашло. Наши USDT-шки вот видно. Что делаем дальше? Дальше, например, мы заходим, берем там пару до биткоина. Я выбрал пару биткоин USDT. Сейчас буквально сделаю покупку-продажу. И можно считать, что задание выполнено. Итак, берем, нажимаем сюда на 100. Вот она у нас показала, покупаем, нажали. Так, теперь смотрим, что она выбьет. Вот отобразилось у нас количество биткоина, теперь мы, естественно, его опять продаем. Все, теперь переходим по ссылке в описании, и вот сразу она показывает, что можно уже нажать, и выполнено первое задание. Крутим рулетку и смотрим, сколько оно выпадет. Ну, спасибо, короче, грубо говоря, на первый раз вообще ничего не выпало. Но, в принципе, может выпасть, и кому-то, может, повезет, и выпадет iPhone 14 Pro Max. Будет вообще очень круто. И пишите в комментариях, кому сколько выпало, сколько вы получилось заработать на вот этих вот заданиях. Буду очень рад, если у вас вообще что-то выпадет. Так что всем спасибо, всем пока, хорошего заработка.